Ребята, минуту внимания. Вот план рынка. Простите, я офицер Болтон, полиция Вашингтона. Да, значок я вижу. Здравствуйте. Здесь я главный. Офицер Болтон, я спецагент Старлинг. И чтобы у нас не было разногласий, объясняю, зачем мы здесь. Я лично знаю Эвелду Драмгу. Я дважды брала ее. Мне помогают люди из администрации по контролю за наркотиками и бюро по контролю за алкоголем. Мэр после того, как его поймали на кокаине, прислал вас, чтобы люди увидели, что с наркотиками он борется неустанно. Красиво излагаете. Спасибо, Болтон. Если вы не против, я закончу. Хорошо, вас поняли. Итак, взгляните. Рыбный рынок выходит к воде. В здании напротив – нарколаборатория. Эвелда Драмго ВИЧ-инфицирована. Она будет плеваться и кусаться, так что